В конце месяца на Казанском направлении Московской железной дороги проведут работы по развитию инфраструктуры. Из-за ремонта изменится расписание движения поездов. 30 октября с часу 05 до 13.05 работы пройдут на станции Шиферная. У некоторых поездов скорректируется время отправления и прибытия, а также режим остановок. У части поездов будет укорочен маршрут, а у некоторых, напротив, удлинен. 31 октября с 6.50 до 10.50 такая же ситуация будет на участке Алпатьево-Фруктовая. Расписание изменится не только на отдаленных участках, но и на приближенных к Москве. Ознакомиться с актуальным графиком движения поездов можно на официальном сайте или в мобильном приложении центральной пригородной пассажирской компании, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.